Всем привет! Мы продолжаем знакомиться с Вильнюсом. Сегодня мы покажем нашу квартиру, немного погуляем по этому уютному городу и встретим закат на башне Гедиминаса. Квартира, которую мы сняли, находится на центральном проспекте. Большинство достопримечательностей в 5-10 минутах ходьбы. Квартира оказалась очень светлой, уютной и просторной. Ее мы сняли через сервис Airbnb. В холодильнике нас ждал небольшой презент, который оказался кстати после дороги. Хозяина этой квартиры зовут Минда, и он оказался очень дружелюбным и добродушным парнем. Надавал нам кучу советов, куда сходить, что посмотреть и где вкусно покушать. Ссылку на профиль Минда я оставлю под видео. Немного отдохнув, мы пошли гулять по Вильнюсу. Недалеко от нашего дома находится велопарковка. Здесь каждый желающий может взять велик и полчаса кататься по городу абсолютно бесплатно. Рутипе Драудзама. Ира говорит, что это обозначает не курить, руки оторвем. Когда будете гулять по городу, обязательно загляните во дворики Вильнюсского университета. Вам там понравится. Мы советуем потратить на них минимум пару часов. На входе в старый город находятся ворота Зари, которые построили почти 500 лет назад. Внутри ворот, прямо над аркой, расположены капелла Богоматери, в которой находится икона Благословенной Девы Марии Милосердной. Ее считают чудотворной, и множество людей со всех уголков мира стараются попасть сюда, чтобы попросить о чем-то или загадать заветное желание. Прогулку по городу мы закончили на башне Гедиминаса. Это лучшее место для того, чтобы встретить закат. Отсюда весь старый Вильнюс видно как на ладони. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.